Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Решил я, значит, вчера записать материал для ролика, зашел в игру и знаете, что увидел? Полностью обнуленный профиль. Мягко говоря, я офигел. В первую очередь я отправился на форум в поисках подобных инцидентов и написал в техподдержку. Честно говоря, вчера я был в полном отчаянии, ведь я понимал, что для прохождения Фарзафона мне придется потратить несколько часов игры. И тут хочу сказать спасибо Гэнди в очередной раз. Он любезно предоставил свой профиль для записи моментов из игры. Что ж, пожимаю руку, спасибо тебе, друг. Ну и пользуясь случаем, передаю привет модераторам форума, которые удаляют мои сообщения. А также техподдержке, которая не отвечает уже 18 часов. Я думаю, это прекрасное поведение для разработчиков игры за 100 баксов. Ну да ладно, надеюсь, профиль мне вернут. Ну а сегодня я расскажу вам о новостях мира Forza Horizon 4, а также о прохождении нового сезона. В первую очередь, приятная новость для коллекционеров. В игре увеличено количество автомобилей, которые можно хранить в гараже, до 750. Что не менее приятно, количество дизайнов и количество модификаций также увеличено до 500. Ну а для фотографов количество фотографий, которые вы можете сохранить, увеличились до 150. Что касается самого обновления под номером 6, в игру были добавлены сезоны и игровые чемпионаты. И первый из них уже доступен на основной карте. Также среди чемпионатов теперь можно увидеть уличные гонки, то есть гонки категории «Дух улиц». Следующее, что добавили в этом обновлении, это новая история «Skill Streak», за которую вы получите уникальную фразу для чата и автомобиль Gymkhana Ford Focus RSRX. Следующее, что добавили в игру, это одежда «Хуниган». В общем, теперь можно почувствовать себя в шкуре Кена Блока. Также разработчики заявили, что «Карпас» подходит к концу, то есть скоро мы увидим последние автомобили абонемента. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый летний сезон, который продлится с 14 по 21 февраля. На острове Fortune Island вас, как всегда, будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. И за первое место против драйватаров уровня эксперт во всех трех чемпионатах вы получаете 3 призовых игры. А вот на основном острове вас будет ждать 2 сезонных выходки и целых 5 сезонных чемпионатов. За первое место против драйватаров уровня эксперт во втором летнем чемпионате сообщества вы получаете 15 тысяч кредитов, кепку Monster Energy и гоночный костюм Кена Блока. За первое место против драйватаров уровня эксперт в глинфинландской погоне вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль TVR Tuscan. За первое место против драйватаров уровня эксперт в клубной кольцевой гонке в Гриндейле вы получаете 15 тысяч кредитов, классический гоночный шлем и классический гоночный костюм. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринте в холмах Роновской лощины вы получаете автомобиль Lamborghini Aventador 2012 года. И за первое место в том самом новом чемпионате летних игр вы получаете автомобиль Lotus 2 Eleven. Ну а теперь я расскажу вам про новый недельный Фарзафон. Первое испытание называется «Вышел на маршрут». Для его выполнения, как и для последующих, вам понадобится автомобиль категории «Грузовики». И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Тяжеловес». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику обмен краской 10 раз. А чтобы выполнить эту технику, вам необходимо легонько коснуться проезжающего автомобиля. В общем-то ничего сложного, главное не переборщить. Следующее испытание называется «Размер имеет значение». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику крах 10 раз. Тут тоже ничего сложного, достаточно просто ломать все вокруг себя. И последнее испытание называется «Дальнобойщик». Для его выполнения вам понадобится последняя гонка из шоссейной серии «Голиаф». А для прохождения испытания вам необходимо победить в этой гонке. Ну а теперь о наградах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из легендарного в этот раз автомобильный гудок, тема Killer Instinct. И легендарная маска клоуна за 300 очков. Автомобиль в этот раз тоже легендарный. Это Хуниган Gymkhana Ford Focus RSRX за 750 очков. Ну и главный приз за этот Фарзафон — это Renault 5 Turbo Forza Edition за 400 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 21 февраля, который, как я надеюсь, буду записывать уже со своего аккаунта. И поддержи меня лайком, чтобы я совсем не приуныл. Всем пока и удачи с выполнением заданий!